Ульяновск станет центром притяжения ценителей музыки в 58-й раз. Международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» стартует 1 марта в Большом зале Ленинского мемориала. Откроет главное событие региона – Бурятский театр песни и танца «Байкал». Почти на 2 месяца наш регион будет погружаться в мир классического искусства, эстрадно-джазового искусства, хореографического искусства, лучших образцов всего того, что сегодня есть в России, все, что сегодня есть за пределами нашей страны. Впервые в программу фестиваля включен музыкальный спектакль для детей. 29 марта в Большом зале Ленинского мемориала проект «Поколению будущего» представит зрителям уникальный спектакль с песочной анимацией по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Познакомиться с миром музыки поближе смогут воспитанники Ивановского детского дома имени Матросова и Димитровградского детского дома «Планета». В программу фестиваля входят разнообразные образовательные и просветительские проекты. Саму программу, конечно же, мы посвящаем и отдаем наши сердца и взрослому поколению, молодежи, детскому поколению. У нас работают 2 творческих мастерских для детских школ искусств и для общеобразовательных школ, где существуют музеи. Поэтому школа мастерства будет представлена в 2 направлениях – музыки и музейной деятельности. Ключевыми темами всего музыкального события станут важные юбилейные даты – 75-летие Победы, 150-летие со дня рождения Ленина и 50-летие Ленинского мемориала. Организаторы постарались сделать так, чтобы слушатели, пришедшие на концерт, смогли сходить на выставку или послушать лекцию о Ленине. Владимир Ильич, конечно, был человек со всеми своими проблемами и страстями. И вот эта тема о личном, она была очень интересна показать. А кто же были друзья Владимира Ильича? С кем он был на «ты»? А как складывались отношения в семье? А как складывались отношения с соратниками? Я думаю, что все вот эти вот вопросы, на которые люди могут получить ответы, имеют большое значение. Закрытие фестиваля, приуроченное к 150-летию со дня рождения Ленина, пройдет 22 апреля в Большом зале Ленинского мемориала. Его участниками станут Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», солист Московской государственной филармонии, пианист Вадим Руденко и сводный хор детской школы искусств номер 10. Алина Шафигулина, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.